Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO, где вы берете самые интересные и успешные взгляд проекты. И сегодня я хочу рассказать вам о платформе под названием CinePodrome. Это платформа для финансирования, производства и распространения кинопроектов на основе технологии блокчейн. Сейчас идет третий раунд продаж, токены идут с 37% бонусом, и осталось до конца продаж 2 недели, 14 дней. И вот подняли у него за это время 432 тысячи долларов. Минимальная покупка составляет 1000 токенов. Также вот здесь по этой ссылке можете пройти и почитать white paper. Там вы найдете всю необходимую информацию по данному проекту. Особенно, если вы что-то хотите инвестировать, настоятельно рекомендую вам его читать. И здесь вы можете посмотреть небольшой видеообзор. Я вам вкратце расскажу про данную платформу. Итак, какие же проблемы будет решать данный проект? Основные проблемы кинопромышленности. Продюсерам сложно найти деньги на производство фильма. Трудности с наймом кинематографическими профессионалами и кинематографическими группами. Проблема защиты авторских прав на фильм, сценарий фильма. Проблема своевременной оплаты авторских взносов и съемочные группы за проделанную работу. Натонность сюжетов и деградация кино. Ограниченный доступ к международному кинорынку и распространению фильмов. Большинство фильмов не платят за свои. Большинство фильмов не окупается по затратам. Отсутствие мировой социальной платформы для взаимодействия всех участников независимых фильмов. Проблемы совместного производства. Распределение доходов смещено в сторону посредников, а не режиссеров. Трудности в поиске инвесторов и денег в частных государственных кинематографических фондах. Небольшое отчисление дистрибьюторам при показе картин в кинотеатрах от 70%. И вот все вышеперечисленные проблемы кинематографа успешно решает платформа CinePodrome. Вот здесь вы можете ознакомиться с ее бизнес-моделью и преимуществами использования токенов Lumiere. Также они выпускают свой кошелек на мобильных телефонах в скором времени. И вы сможете хранить данную криптовалюту. А здесь можно посмотреть, как будут распределяться сами токены и ваши вложения вот на этих графиках. Почитать дорожную карту с 17 по 20 год со всеми планами. И ознакомиться с командой данного проекта. Про каждого из них в профиль можно зайти почитать, кто где до этого работал, чем занимался. Можно им доверить свои деньги. И также подписываться на последние новости во всех основных социальных сетях вот по этим ссылкам. У меня на этом по данному проекту все. Еще раз хочу напомнить, что на канал учит информативный характер. Буду вкладывать свои деньги. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.